Я хочу представить вам Питера Джонсона из Саутгемптона. Он расскажет вам о том, что есть нового в лечении лимфомы Ходжкина. Питер. So I'm going to summarize the data which was presented at the Lugano meeting on Hodgkin lymphoma and the areas of progress which I'm going to discuss this morning are first the updated results on the use of PET-CT in response-adapted therapy. Secondly, some new prognostic indicators, particularly some of the features of the baseline PET scans, which we can use to predict outcomes. And secondly, some early data on cell-free circulating DNA in plasma. I will also talk about some of the new therapies in Hodgkin lymphoma, particularly some А. И вот теперь, да, и некоторую информацию, касающуюся PD-1 ингибиторов, а также комбинационную терапию. И очень кратко я бы хотел рассказать о новой биологии, которая касается лимфом. Ну, вот сейчас поговорим о рандомизированных исследованиях, которые проводились. Вот слева здесь это британское исследование, которое касалось рандомизированной популяции больных, которые получали АБВД по поводу продвинутого заболевания. Ну и также группа европейская HD-группа, группа больных с лимфомой Ходжкина. И больные были рандомизированы на то, чтобы иметь, получать нормальное лечение. А это АБВД схема. Ну что, теперь, что касается, проводилось также серийное исследование в определенные периоды с помощью ПЭТ. И сравнивалось АБВД с эскалированной схемой, схемой на базе БАКОП. Эти результаты, которые дало исследование, которое здесь проводилось, напечатано в журнале Journal Clinical Oncology. И применение ПЭТ, оно увеличило событийную выживаемость, но не в очень большой степени. Почти все больные не умерли от это заболевание, но эта группа, возможно, стало возможно понять те проблемы, которые возникают на ранней, при диагностике на ранней стадии заболевания. Вы здесь видите абстракт, касающийся прогностической ценности тотального метаболического объема. Это особый термин, который здесь применяется. Это то лечение, которое в том случае, если имеется негативный PET-скан, то одна тактика. А это проводится определение тотального метаболического объема, так называемого. И хотелось бы посмотреть также на общий гликолиз в зоне поражения. И это производится с помощью так называемой фтордеоксиглюкозы, которая используется в качестве маркера вот в этой ПЭТ-диагностике. Вопрос в том, насколько распространено заболевание, беспрогрессионная выживаемость, то есть вот это конечные точки, по которым смотрели, при том условии, что исследование проводится, начиная с этапа ранней стадии заболевания. И вот вы же можете увидеть больные, которые имеются, у которых в инициальной стадии был большой объем опухоли, то у них худшие исходы, нежели те, у кого был маленький метаболический объем. И таким образом можно выделить группу больных, у которых лечение не пойдет в этом варианте. Если вы сравните метаболический объем с помощью PET-scan и используете его для стратификации, для классификации больных, по прогнозу увидите различия между благоприятными и неблагоприятными пациентами, прогнозами пациентов.
И можете увидеть, что определение метаболического объема, оно дает лучшую дискриминацию, лучшее разрешение между благоприятными и неблагоприятными группами, нежели исследование по шкале ОРЦ. И таким образом мы можем использовать исходные характеристики П для того, чтобы классифицировать больных на прогностические группы. После двух циклов АБВД здесь довольно сложная схема, которая касается применения различных применения схемы АБВД прежде всего и использования результатов тотально-метаболического объема больше и меньше 147, это линия отсечения. Даже если вы возьмете промежуточные исследования по ПЭТ, то вы увидите различия между результатами у больных с высоким и низким метаболическим объемом. Если вы теперь посмотрите на рандомизированные исследования, и там была ранняя стадия лимфомы, теперь развернутая лимфома, и вы посмотрите данные, касающиеся результатов ПЭТ и прогностического их значения, то здесь эти данные касаются прежде всего германского исследования. Эти результаты этого показано было. Здесь слева вы видите, что схему обследования, где используется первое ПЭТ. После первого ПЭТ принимается решение, дальше дается больному схема АБВД плюс-минус радиотерапия в этих схемах используется. И на основании данных ПЭТ производится эта радиотерапия или не производится. Значительно более. Дальше другая работа касается более эскалированной схемы лечения, основанной на БОКОП. И дальше также точно проводится предварительное ПЭТ-сканирование, и дальше принимается решение о том, приводить ли схему, основанную на БОКОП, или добавлять другие компоненты, как, например, ретуксимаб. И теперь, что касается данных исследования RAFL, которое является вот продолжением этой работы, вот этот абстракт касается этого исследования. И дальше здесь проводилось наблюдение после проведения схемы АБВД. И как здесь показано, здесь показано как минимум отсутствие худшего эффекта, то есть достаточно. Вот в этой ситуации у ПЭТ-негативных пациентов проводить АБВД, то указанное число курсов, и даже избавляться от компонента B в этой схеме. Поскольку беспрогрессионная выживаемость в ПЭТ-негативной группе не настолько высока, выше, как мы надеялись, но мы показали при этом худший исход у больных, у которых были ПЭТ-негативные больные. Здесь мы сравнивали здесь международную прогностическую шкалу с данными ПЭТ, и можете увидеть, что пациенты, у которых тут идет сравнение по процентам между результатами, полученными при применении различных схем, и ПЭТ, и данных IPS, то есть все факторы, которые влияют на выживаемость. Вы можете видеть, что больные с развернутой стадией заболевания, у них менее хорошая выживаемость. Так что мы хотели дальше изыскать пути, каким образом найти более точные подходы к тому, что проводить этот прогноз. Кроме того, то, что мы показали также, что здесь имеется значительное различие в результатах, касающихся возраста больных. Многие больные, они в возрасте более 50 лет. И в этой группе мы избегали давать БОКОП, поскольку были проблемы с фертильностью, а часть больных была молодого возраста.
в возрасте ниже 35 лет мы имели, дальше идут проценты, касающиеся общей выживаемости, и больных младшего возраста, и здесь идет сочетание также с прогностическим фактором, таким как ПЭТ-сканы. Теперь, что касается влияния именно массивного заболевания Bulky Disease, больные, которые становятся ПЭТ-негативными, но на этом этапе они становятся проблемой для дальнейшего прогнозирования. Вот дальше мы установили порядка 8, речь идет о средостенной локализации опухоли и ПЭТ-негативности в этой области. И мы посмотрели, что происходит с больными, которые ПЭТ-негативны. После проведенного лечения, после того, как провели еще консолидирующую радиотерапию, мы посмотрели на результаты вот этого лечения. Это не рандомизированное сравнение. И здесь количество больных, которые были... То есть это, пожалуй, худший результат среди тех больных, которых вот мы до этого докладывали, поскольку речь идет о Bulky Disease, о массивном поражении, большом объеме опухоли. И не было различия здесь между АБВД и АВД, то есть исключением компонента В, не было в зависимости от резидуальной массы или от оценки по ПЭТ. Часть больных и те больные, которые получали радиотерапию, у них были намного лучшие перспективы, чем те больные, которые этой радиотерапии не получали. Об этом судили опять-таки под контролем ПЭТ-скана. Так что мы думаем, что есть роль что роль радиотерапии вот в ПЭТ-позитивных больных, где она имеет большое значение. Следующий абстракт, который был представлен, это была оценка результатов генной экспрессии. Генная экспрессия проводилась у многих больных, проводилась канадскими специалистами и пробовали вести больных на основе данных этих генной экспрессии. Вы видите здесь... Было предположено, что больных на этом основании можно поделить на неблагоприятные и благоприятные группы. И тот же самый анализ проводился по данным, которые на больных, которые попали в РАП-исследование. И как видите здесь, что при использовании того же на основании генной экспрессии была сравнительно небольшая дискриминация между прогнозом вот у этих больных при болезни Ходжкина. Ну и немножечко все-таки было получено результаты, касающиеся худшего прогноза у больных высокого риска на основании генной экспрессии. Ну, то есть это сейчас можно использоваться для того, чтобы предсказывать исходы лимфомы Ходжкина. В частности, у американцев это делается. Другой молекулярный тест, который применяется, это использование так называемых жидких биопсий, то есть использование циркулирующей внеклеточной ДНК в плазме. И в плазме больных, которые страдают больной Ходжкина, вы видите, что сравнение... И вот микродиссекция ткани, оно важно также. Это было введено в оборот несколько лет назад. И вот там определяются те мутации, те мутации, которые выявляются при исследовании ткани. А в небольшом количестве больных можно предсказать, какой прогноз у больных на основании наличия или отсутствия этих мутаций или сочетания. Эта жидкая биопсия, та бесклеточная ДНК, которая содержится в плазме крови, она очень, как выяснилось, хорошо отражает генетику болезни Ходжкина. В 57 случаях не было идентифицировано мутации вообще.
То есть, ну, в тех случаях, когда выявлялось это бесклеточное ДНК, то мутации были совпадали между той ДНК, которая была в плазме, и той мутацией, которая была в ткани, в опухолевой ткани. И очень интересно также, если небольшие данные о том, что касается количества ДНК в плазме, это оценка числа копий определенных генов и наибольшая продукция. Вы можете увидеть, что есть корреляция между, ПЭТ-оценкой, и вы можете увидеть, что шкала Давиля, так называемая, и вы можете также, есть корреляция между состоянием бесклеточной ДНК и данными ПЭТ-скана. Это очень интересные результаты. И если мы посмотрим на исходы того, что получается, на исходы заболевания, то вы увидите, что позитивный ПЭТ-скан, что ПЭТ-релепс коррелирует с наличием или отсутствием бесклеточной ДНК, а также с уровнем мутаций, которые выявляются в этой бесклеточной ДНК. Но что касается больных, у которых ПЭТ негативный, но имеют эту бесклеточную ДНК в своей плазме, то есть это может быть даже основанием для того, чтобы деэскалировать терапию, сочетание этих признаков. Ну, теперь, что касается дальше исследования Радха, или опять о нем, и это очень и позволяет это оценивать, позволяет нынешние методы оценивать на более на более раннем этапе развития лимфомы. Максимально так называемый показатель SUV, и можете также смотреть SUV. Вот предел уровень сечения 41%. То есть, и вы используете дальше результаты, которые определяются лучшим методом для анализа по всему массиву пациентов в Британии. Теперь, чтобы вернемся к объему опухоли, средний объем в опухоли, то есть именно объем опухоли, этой балки дизиз, является очень хорошим предсказанием результатов лечения. И теперь, что касается тотального гликолиза, то это также оно коррелирует с наличием bulky disease. И так, получается очень достоверная корреляция с выживаемостью больных. Если мы возьмем всех больных, которые берем, так, тех исследований, которые мы взяли в работу, мы смотрим по показателю общего гликолиза в зоне повреждения. Мы видим, что здесь значительные различия по выживаемости больных в общей группе больных. То есть речь идет о том, чтобы смотреть TLG, общий гликолиз на инициальном этапе лечения. Согласно данным, которые из инициального исхода по тотальной величине гликолиза в опухоли, и можно здесь также усматривать корреляциями с ПЭТ-негативным статусом этих больных. Вот, и если вернуться опять к позитивному промежуточному ПЭТ-исследованию, то вы увидите здесь большую разницу, то есть вы увидите большое влияние этого показателя, связь с прогнозом заболевания и выживаемостью. И, наконец, некоторые данные, касающиеся германской группы исследований болезни Ходжкина. Это, ну, вот это новая информация на эту тему. Вот, это общий дизайн исследования. Больные проводили исследование с фторглюкозой, ПЭТ-исследование с фторглюкозой. И здесь проводились исследования, где включали в работу также БОКОП, дополняли ритуксимабом. И вы видите здесь выживаемость заболевания, уровень выживаемости и динамику выживаемости, использовался ритуксимаб или нет, вы здесь никакой разницы не видите. И, то есть, введение ритуксимаба здесь, в данной системе, не оказывало большого влияния на результаты лечения. Но результаты предыдущих 15 исследований
Но это, тем не менее, новый подход, возможно, интересные результаты. Теперь, что касается исследования HD18, здесь число циклов бок-оп доходило до 6 по сравнению. И ПЭТ-негативные исследования, ПЭТ-негативные результаты исследования. И имеется разница между теми больными, которые получали 6 циклов бок-оп, по сравнению с теми, что ТИ. Как видите, причина может быть та, что при ПЭТ-позитивных результатах и ПЭТ-позитивные, ПЭТ-негативные результаты здесь хорошо различаются, если использовать данную схему лечения. Наконец, для того, чтобы суммировать результаты, так называемая ответ-адаптированная терапия, необходимо, возможно, в данном случае персонализировать подход к лечению больных с болезнью Ходжкина и найти, найти лучший баланс между эффективностью и результатами лечения. И точность достигается на точность такого прогноза зависит от того, насколько экстенсивное заболевание, второе, насколько интенсивное лечение. Ну и тем самым при промежуточной ПЭТ, оно является достаточно хорошим прогностическим показателем, который помогает планировать лечение. Но деэскалация, оно в значительной степени определяется тем, что определяется морбидностью, коморбидностью у больных. Но эскалация, она дает улучшение, конечно, исходом заболевания. Но теперь перейдем, хотелось бы теперь перейти к более новым видам лечения, в частности, использование брентуксимаба ведотина. И это не очень подходит для химиотерапии в некоторых случаях. Исследование Бревити. Исследование ретуксимаб, дальше оценивали метаболический ответ. Это график исследования, график лечения. Дальше использовалось CBD, дальше применялось это лечение, дальше указано на слайде. Тем не менее, здесь и дальше оценивалось это ПЭТ-сканы, проводились на каждом этапе терапии. Результаты это характеристика больных. Здесь достаточно такая группа уязвимая. Это видно также по уровню, по соматическому статусу и по объему опухоли. Были проведены некоторые снижения доз, и модификация доз была проведена по ряду причин, которые здесь указаны. Это либо нейтропенили, периферическая нейропатия, либо другие заболевания, либо их сочетание. Но полный ответ метаболический ответ, он касается тех больных, которые касаются... Вот здесь приведены данные, касаются статистики. Здесь общий риск больных всего-навсего выживаемость у этих больных была порядка 8 месяцев в среднем. И использование низкой степени снижения доз, то есть достижение этой цели приводит к ухудшению результатов, хотя общий ответ все же достаточен. Результаты исследований другие показали, что эффективность брентуксимаба у больных с рецидивирующей или рефрактерной классической лимфомой использование до трансплантата. Это ретроспективные исследования 96 больных, которым давали брентуксимаб после обычной химиотерапии как вторую линию или как терапию спасения. И 56% больных определялось также ответ на лечение составлял, вот здесь проценты указаны, после некоторых линий терапии, то есть здесь говорится о том, что относительный риск, он значительно повышается в зависимости от того, сколько линий применялось.
Что касается значительная часть больных, оно не, но все-таки не имели обычную терапию, их не подвергали высокой высокодозной терапии. Аутологичная трансплантация гемопатических клеток, либо применение брентуксимаба. То есть здесь после брентуксимаба ведотины использовали самые разные виды лечения. Посмотрев на эти результаты, вы увидите, что выживаемость несколько разочаровывает. Она очень короткая, сравнительно короткая выживаемость. Ну, есть некоторая значительная доля больных, которые все-таки дали ответ, хотя эта доля невысока. Средняя выживаемость больных где-то 6 месяцев, общая выживаемость, она где-то 3 года. Эти исследования при рандомизации больные, которые получали брентуксимаб до трансплантации, и для больных даже высокодозное лечение, оно не дает хороших результатов. И как получить более эффективное лечение для тех больных, чтобы получать долгосрочные результаты безрецидивные. Перейдем теперь к ниволумабу. Это является ПД-ингибитором, и оно используется также теперь и для лимфомы, для ходжкинской лимфомы, дает хорошие результаты. Мы провели эти исследования, которые имели различные факторы риска при этом заболевании. Степень ответа у этих больных, их разделили на две когорты. Некоторых больных, которых не лечили до этого брентуксимабом, которым давали аутологичные трансплантаты. Их можете видеть по цветам. По цветам в этих вот столбцах, что частота ответов на это лечение достаточно высокая. Очень высокая пропорция ответа на ниволумаб у этих больных. И здесь порядка до 70% частота ответа. Так что вы можете видеть, что хорошая частота ответа в группе с ниволумабом. И вот вы видите беспрогрессионную выживаемость в этой когорте. У них была проведена высокодозная терапия. Им использовался и брентуксимаб, и трансплантация. И там достаточно хорошее беспрогрессионное выживание в течение года. И вот полный ответ на ниволумаб, который достаточно высок, частота вот этих вот полных ответов на ниволумаб в данном случае. Так. Ответ на анти-PD-1 антитела после аллогенной трансплантации. Поскольку аллогенная трансплантация является иммуностимулирующей иммунотерапией, здесь вы можете видеть, что имеется ответ, зависящий от наличия реакции трансплантата против хозяина, коль скоро это иммунные нарушения. Это совпадает с тем, что мы наблюдали у больных и раньше в этой ситуации, что нет данных о том, что лечение ниволумабом, что оно дает повышенный риск ГВХД, РТПХ, простите, после трансплантации. Здесь указаны соответствующие проценты. Это более-менее то, что в этой группе ожидалось. Так что у нас есть два активных новых лечения, которые касаются применения ниволумаба, брентуксимаба. И возможно, что и они окажутся эффективными способами терапии для данного заболевания в будущем. Данная американская группа, которая здесь, которая применяли ниволумаб, это вот построение этой работы. Ниволумаб использовался в первом цикле и в последующем, тут указано где. Пациенты получали стандартную дозу терапии, стандартную терапию, потом ниволумаб. Если обратить внимание на побочные эффекты, вопрос возник, не будет ли здесь существенных побочных эффектов, связанных с нарушением иммунной системы. Вот здесь имеются
Здесь есть несколько, здесь очень небольшой процент таких крупных побочных реакций. Необъяснимая, простите, неизвестная ранее необъяснимая токсичность ниволумаба. Ну, она может быть привести, ниволумаб может привести к тяжелым побочным эффектам, например, к сепсису. И можете увидеть, что будете, но если вы применяете, допустим, системные стероиды, то это может вызвать примерно те же результаты. Что касается комбинации, ниволумаба опять хороший ответ. На ответ в комбинированной терапии, ответ очень хороший на ниволумаб, и это показывает и по результатам ПЭТ, естественно, где показывает хороший ответ по метаболизму опухоли. Так что посмотрим, имеется, что нам кажется, что у нас, кажется, есть у нас хорошее комбинационное лечение. Вот еще один абстракт, это больной себе, абстракт из клиники Шарите, где рассматривается опять новый подход к лечению болезни Ходжкина. Вот, это речь идет о... Об Б-клеточно-направленной терапии, как он пишет, это, то есть здесь могут быть использованы соответствующие ингибиторы определенных киназ, которые будут подавлять эти Б-клетки. И речь идет главным образом о том, чтобы эти клетки простимулировать через промотор выработку CD19. И таким образом эти клетки станут более уязвимыми, более похожими на Б-клетки. И тогда можно будет их легче лечить, легче поражать. Значит, если вы объедините тогда лечение обычной АТРы и другими препаратами, вы увидите, что экспрессия в этих клетках она значительно увеличивается. Но если вы дадите препарат, вот этих вот двух препаратов, которые здесь указаны, то у вас усилите экспрессию этих Б-клеточный фенотип этих клеток и сделайте их более пригодными для терапии. На поверхности этих клеток может проявляться также CD20. Можно использовать соответствующие соединения, так называемые компаунд 40. И тогда это лучше подается ритуксимабу. Вот некоторые данные касаются и ибрутиниба, полученные на клеточных линиях от больных Ходжкина лимфомы. И вы видите, что по отношению к так называемому веществу 40 клетки становятся очень чувствительны в этих инвитро-экспериментах. И в будущем, наверное, мы сможем найти те факторы, которые усилят эти факторы, которые позволят лечить лимфому Ходжкина. Эти факторы должны усиливать транскрипцию соответствующих антиген, транскрипцию и трансляцию соответствующих антиген. Наконец, в плане нового лечения, результаты следующие, что блитоксимаб фенотин является хорошим моноагентом, но недостаточно для того, чтобы вылечить развернутую болезнь Ходжкин. Ниволумаб дал хороший и частый достаточно ответ на лечение болезни Ходжкина, лечение у больных, но независимо от глубины ответа, блитоксимаб фенотин, оно позволяет преодолевать рефрактерность предыдущей терапии. Комбинация блитоксимаба с ниволумабом, оно кажется, дает очень высокий объективный респонс, скорее, нежели полный ответ. Ну и, наконец, восстановление Б-клеточной программы дифференцировки также может быть интересно к терапии в будущем. Большое спасибо, дайте я закончу, и большое спасибо за внимание. Большое спасибо, Питер. На какие-то срочные вопросы? Так, пожалуйста, микрофон. Касается... Ему надо надеть... Да, но я могу сказать по-английски? Translation. Can you translate? No. Наушники. Подождите. Хорошо.
Can somebody translate? I can. Может перевести? Мой вопрос касается использования радиотерапии у больных с ПЭТ-негативным статусом после ХТ и вот при балке заболевания, при массивном заболевании. Так что вопрос касается радиотерапии у больных, которые имеют балки дизиз, но ПЭТ-негативные. То есть данных РАПЛ, данных, что это не обязательно. Так что это я думаю, что использование радиотерапии в развернутом заболевании при ПЭТ-негативном статусе. При заболевании в ранней фазе, ну, это более деликатный вопрос. То есть молодые женщины при медиастинальном расположении, ну вот это вопрос. 90% имеет 90% более на долгосрочное выживание. Если это уже человек, мужчина в 50 лет и больше, то у него тогда радиотерапию, наверное, можно провести. То есть небольшое преимущество в прогрессии, но не в выживаемости. Так что для большинства больных, где можно ожидать позднюю токсичность, в частности, сердечную или легочную токсичность, в частности, развитие опухоли, то радиотерапия следует избегать, даже если болезни массивные, заражение массивное.